Только мы опоздали. Эй, Нейт. Посмотри. Еще один знак. Господи. Что? Это они. Пиратские капитаны, которые основали Либерталию. Что у них случилось? Я, конечно, не криминалист, но думаю... отрава. Очевидно. Это что, типа общества богатых пиратов-самоубийц? Так? Нет, это вряд ли. Не в их духе. От лица лорда Эвери приглашаю вас в свой дом завтра на закате. Для нас настало время отринуть былую вражду и вместе встать под знамя Бога и свободы. Подпись Тома Стью. Ну, конечно. Томас Тью, Генри Эвери. Хозяева не стали дожидаться конца вечеринки. Как это нелюбезно с их стороны. Выходит, они вызвали настоящий бунт, попытавшись присвоить сокровище. То есть людей они убрали, а между собой не разобрались. Тут дело вышло посложнее. Итак, Эвери и Тью позвали всех сюда, чтобы... как уж там было... отринуть былую вражду. Точно, отринуть вражду. Эвери произносит тост. Выпьем, братья, за Бога, свободу, все дела. Все осушают кубки. Кроме этих двух. Так элементарно. Все сокровища Либерталии переходят в руки двум людям. Это величайшие пираты в истории. И они все погибли в одночасье за этим самым столом. Невероятно. Да. Я извини. Прости. Ничего. Ну, раз хозяев вечеринки нет в доме Тью. Надо заглянуть к Эвери. Ага. Пошли. Вот. Для потомков. Давай сюда. Потихоньку. Я иду. Осторожнее. Все нормально. Справлюсь.
Встретимся наверху. Эй. Привет. Нейт, грузовик наемников еще здесь. И теперь мы в доме Генри Эвери. Слово дня – показуха. Так почему он не убил Томаса Тью? Он типа был правой рукой Эвери? Ну да, так и было. Представь себе работать на психопата с паранойей. Как на моей первой работе. Ты про своего продюсера? Нет, менеджера в Мачо Начос. Ты работала в Мачо Начос? Это было еще в школе. Что, и шляпу носила? Мой начальник как раз был психопатом с паранойей. Что взять с менеджера в Мачо Начос? Эй, полегче. Так, наемники завалили входную дверь. И от души тут наследили. Куда они пошли?
Еще следы. Ну, и где все наемники? Вот именно. Что-то они нам долго не попадаются. Они как будто исчезли. Думаешь, тут пираты-призраки? Даже не шути на эту тему. Привет. Следы ведут в эту дверь. Черт, завалено с той стороны. Зачем баррикадировать за собой дверь? Они нашли что-то. Помоги мне открыть. Да. О, черт! Наемник!